Добро пожаловать на очередную озвучку от убойного перевода. В серии этих эпизодов очень много известных боксеров и бойцов. И сегодня мы перевели для вас три коронных приема одного легендарного боксера. В этом эпизоде мы поговорим о Флойде Мейвезере. 47 побед и 0 поражений. Он известен как самый лучший оборонительный боксер. Флойд имеет очень много коронных приемов, и сегодня мы разберем его три коронных удара. Итак, первое – это хук передней рукой с вращением на отходе. Этим ударом Флойд отправил в нокаут Рикки Хаттона. Хаттон агрессивно напирал на Флойда и был прижат к канатам. Флойд развернул опорную стопу и в это время бросил хук передней рукой. Попал прямо в челюсть и отправил Рикки в нокаут. Следующее коронное движение – это стойка Филишелла. Эта оборонительная стойка прекрасно подходит для Флойда. Он опускает вниз переднюю руку, использует свое плечо для защиты, когда соперник бьет правой рукой, а другой рукой защищается от левого хука или удара по корпусу слева. Он всегда следит за соперником и готов для контратаки. Обычно он наносит апперкот после блока, или же левый удар по корпусу и джеб. И последний прием – это всем известный прямой контратакующий удар. Что делает Флойд? Он выставляет подбородок чуть вперед, чтобы соперник нанес удар. Затем резко оттягивается назад, опускает переднюю руку, при этом высоко поднимает плечи, касаясь ими подбородка, и наносит прямой удар. Вы видели этот удар в бою с Маркесом? Он нанес контратакующий удар и ушел с линии атаки, а когда Маркес пытался ответить, его и след простыл. Если ты хочешь быть таким же, как Флойд Мейвезер, тебе придется усердно тренироваться. Для специальных тренировок по боксу ты можешь зайти на канал Шейна, где найдешь еще больше обучалок. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал Убойного Перевода, а также подпишись на паблик ВКонтакте MMA Nation. Все ссылки в описании.